Привет, ребята! Сегодня мы будем проводить такой челлендж. Кто лучше нарисует? Извините, я немного икаю. Вот моя сестренка Лясян. Вы ее вроде не видели, не знали. Так, мы будем пока что рисовать. Ладно. Листик. Да, она листик, будем и так звать. Мы будем рисовать. Пока мы будем рисовать, я остановлю запись. Вот, ребята, мы нарисовали свои рисунки. Так, ой, извините. Я сделала вот такой рисунок. Как бы вам получится показать? Вот. Это типа в Японии цветет сакура. Да. А вот это все, ой, оранжевое, это типа восход солнца. Раз это страна восходящего солнца, я решила так сделать. И вот тут еще немного птичек. И сестренки рисунок, пожалуйста, не судите строго. Раскрывай. Та-да. Просто она еще. Художник еще тот, ей есть чему учиться. Типа это само изображение, а это отражение в реке. Да, ну сейчас будет второй раунд. Так, вот еще раз мой рисунок и моей сестренке рисунок покажу. Вот. И сейчас будет второй раунд. Так, мы приготовили новые листочки. Если что, вы голосуйте сами, за кого. Я посмотрю в комментариях, кто больше голосов наберет. Так, вот обычные листочки, как обычно. Ага. Ладно, мы пока нарисуем, пока что не будем говорить, что. Пусть будет мини-сюрприз. Ладно, мы вернемся пока, когда нарисуем. Вот, ребята, мы закончили. Вот мой рисунок. Так, как бы его показать? Вот он, такой рисуночек. Но это искусство, каля-баля. Вы подумали, что это каляка-маляка, но это искусство, как черный квадрат. И вот. И также на этом рисунке есть надпись. Ищите ее. Давайте уже Лисянкину посмотрим. Она успела нарисовать такую коровку. Давайте тоже не будем судить строго, ей всего 7 лет. Вот, 9. Нет, ей 7, а мне 9. Какой 8? Ладно, ребят, мы будем заканчивать на этом. Не забывайте голосовать. Вон там в подсказке или в комментариях. Еще в этом видео будут пасхалки. Несколько вы их найдите, пожалуйста. Ну, если вы хотите, конечно, находите их. Ну, всем пока!